Пока об экологии только и делают, что говорят, омскую барахолку переместили на новое место. Уйти со старого продавцам пришлось уже в эти выходные. Такое решение приняли в городской администрации. Основной причиной переезда с улицы Богдана Хмельницкого стали антисанитарные условия и специфика товаров. Это скоропортящиеся продукты и алкоголь. А еще рынок разросся за пределы положенной территории. В мэрии считают, что переехав, продавцы перестанут торговать запрещенной продукции и мешать участникам дорожного движения. Для рынка подержанных вещей нашли новое место внутри торгового города, что на левом берегу. Встали, торгуйте, все, пожалуйста. Значит, условия какие есть? У нас есть туалет, у нас есть мусорные баки, все есть указатели, куда люди могут подойти, все сбросить, там мусор, чтобы не бросать после себя. То есть вот это. Есть место, где обогреться, вот у нас второй аэропорт, там, пожалуйста, в зимнее время могут люди обогреться, там тепло у нас. В минувшую субботу на прежней площадке, что на улице Хмельницкого, дежурили представители правоохранительных, контрольно-надзорных ведомств и администрации. Чтобы переезд был менее безболезненным, торговцам предложили на специальных автобусах добраться до нового места. Вопрос давно уже возник. Очень много обращений было со стороны завода, обращений со стороны прокуратуры о том, чтобы администрация города прекратила деятельность данной ярмарки, так называемой, и нашла им какое-то новое место. Но в любом случае поиск нового места для людей, которые могут стоять бесплатно, которые должны куда-то добраться, да, ну, проходил уже очень давно. Общались мы со многими рынками на территории города, обеспеченные транспортным маршрутом, транспортной доступностью. Ну, в конечном итоге вот руководство рынка ОКГ согласилось на наши уговоры.